Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся. Программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас невеста и три жениха. Профессиональный стилист Никита, столичный парфюмер Алексей и король танцпола Александр. А невеста у нас Анна. Давайте знакомиться. Дура гламура — мечта любого мужчины. Умная, красивая и никогда голова не болит. Выбирать сегодня принца мне будет помогать моя вторая дура Лиля, моя верная подруга. И дочка Бриджит. Анна, 25 лет. Ради любимого была готова на все, даже сидеть дома и ждать его у окна. А он завел роман на стороне. Через год расстались. Анна – столичная модница с двумя высшими образованиями. Пробует на себе все новые модные тенденции. Шопоголик, любит танцевать, мечтает о профессиональном признании. Гордится, что все может делать сама своими руками. Предупреждает, что она дура гламура и что не пойдет под венец без своей любимой подруги. Анне не нравятся самовлюбленные альфонсы. Выйдет замуж за высокого и харизматичного мужчину в начищенных ботинках, который позволит ей заниматься любимым делом. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Хорошо, что вы пришли. Мы тоже очень рады. А, знаете, когда алкоголик говорит, что он не алкоголик, это значит, что у него большие проблемы. А если человек пьющий говорит, что у него проблемы, значит, не все потеряно. Так же и с вами. Мне кажется, если вы девушка с двумя высшими образованиями, во всеуслышание позиционируете себя как дуру, значит, у вас с мозгами все в порядке. А мы дуры не потому, что мы глупые, мы дуры, потому что мы не боимся экспериментов, мы не боимся своих ошибок, мы учимся на своих ошибках. И на своем примере показываем, как не надо себя вести, поэтому мы дуры. Мы не боимся общественного мнения. Это просто как бы рисовочка такая, знаешь, ну, образ. Да. Вот какие глупости вы насовершали, связанные с любовью? Сейчас, конечно, скажу банальную вещь, влюбляться нельзя сильно. Ни в коем случае мужчину нельзя сильно любить, но это невозможно. А мне всегда казалось, что влюбленность — это помимо тебя, это что-то в организме твоем срабатывает, это как воспаление легких. Поэтому как же можно себя... Поэтому, к сожалению, мы дуры, поэтому опять будем наступать на те же грабли, опять будем пробовать, опять будем искать свои счастья. Ну давайте, хорошо. Анечка, вот вы влюбились, когда вам было сколько лет? 21. И вот прямо влюбились-влюбились? Нет, любовь позже пришла. Потом, соответственно, стали жить вместе. И вот вы живете, и вы в такую хозяюшку превратились, готовили, да, ботинки, да, ему чистили. Да. Он богатый был? Нет, он был не богатый, он был среднего достатка, да, у него был, там, была своя работа, был свой бизнес. Почему он вас так ревновал? Ну, как меня можно не ревновать? Особенно вы повод давали. Я же могу и вот в боди пойти на улицу, на мероприятие. А зачем? Задавались вопросом? Мне нравится привлекать к себе внимание. Посмотрим, насколько она целостный человек. Мне кажется, что вполне. Ну, я вижу какой-то стержень такой. Да, да, да. И харизма. Талант. Вот он вас ревновал, ревновал, и вы однажды задумались, что это я повод ему не даю, такая хорошая хозяюшка, он меня ревнует. Дай-ка я залезу в его телефон. И что там? Нашла? СМСки. А, скучаю по твоим щечкам с ямочками. Ну, какие-то вот такие вот нежные вещи. А вам он этого не говорил? Которые в свой адрес в последнее время я не слышала вообще. Это как раз была последней каплей. Хорошо. А на каком этапе ваших отношений с вашим молодым человеком вдруг пришла мысль, что мужчинам не нужна умная женщина? Сложно так сказать, на каком этапе. Год назад, наверное, мы поняли, что хватит быть умными, что... проще быть дурами. А изменилась жизнь качественно? Да. Да, кардинально. А где вы общаетесь, с кем вы общаетесь? Потому что вот круг мужчин, с которыми меня жизнь свела, они наоборот не любят дур. Тебе-то нравится невеста, Саш? Нравится? М? Ну смотри, твоя же, погоди, я сейчас знаю. Сверкаю, да? Конечно. А, мы не в отношениях с мужчинами дуры, мы дуры гламура, да? Мужчина должен понимать, что выбирая нас, он выбирает сумасшедшую женщину, которая шопоголик, которая будет безудержно следить за своим стилем, будет красиво и эпатажно одеваться, будет заставлять его красиво. Скажите, а что одеваться? У вас такого, например, Аня, чтобы у мужчины возникло желание вкладывать в вас деньги большие?
большие, чтобы вы могли себе позволить ходить по магазинам. Зачем? Потому что, может быть, лучше ему взять разовую дурочку там на месяц, на другой, купить ей хорошее платьишко с туфельками. Пожалуйста, а потом... я не завишу от мужчины. Я и сама могу себе позволить. То есть вы зарабатываете туфель? Достаточно, чтобы... Да. Анечка, вот что я вам хочу сказать. Вы плохая актриса. То есть никакая вообще. Вот вы сидите, взрослая тетя, 25 лет, что-то здесь кривляетесь, пытаетесь мне такой ушлый что-то внушить, совершенно к вам не имеющего никакого отношения. Вы же на самом деле другая. Какая другая? Зачем вам это нужно? Вы откуда приехали в Москву? Нижний Новгород. Давно? Да, лет 8 назад. Какое у вас образование? Первое, второе? Юридическое и журналистское. То есть вы, наверное, хотели как-то в этой жизни добиться максимума? Ну, признание. А для после меня важна реализация. Да, и вот вас жизнь, судя по всему, так побила. Вы поняли, что таких, как вы, здесь полно. И вам нужно... Каждый... Ну, где-то вы чего-то вы не добрали, куда-то вы, наверное, на какую-то ступень недоподнялись. Что решили? А дай-ка я вот буду тех, кому больше подфартилось, сейчас высмеивать. И придумали вот такую историю «Дура гламура». У меня такое впечатление, что как-то вот Аня уже несколько спалила жизнь, в смысле вот... Спалила? Да, вот эти все ее увлечения гламуром, она почему-то, мне кажется, что уже о самых главных вещах в жизни-то подзабыла немножко. А вы откуда приехали? Кыргызстан. Вот, из Кыргызстана. Супер. И вы подумали, что, ну, наверное, не нытьем, так катанем. Вот так Ларис, вот давайте будем завоевывать. Ларис, ну что, ну, девчонки красивые. А, кстати, знаешь, а кто говорит, что некрасивые? Ко мне женихи, знаешь, как, по какому поводу обращаются? Говорят, вот, знаешь, да, взял хорошую девушку, ну, такую бедненькую, причем она бескорыстная. Я ей часы покупаю дорогие, а она мне говорит, говорит, ой, а ты знаешь, а я тут в аэропорту пластмассовые часики видела, они мне дороже. Я ей бриллианты покупаю, а она мне в нос тычет, извините, плюшевого мишку. Говорит, знаешь, говорит, как обидно то, что не может оценить мои подарки. Роза, а это вот ты сейчас на ходу придумала, какие? По-моему. Нет, клянусь. Ну что, ребят, какой план? Что с гламуром делать будем? Нет, тут от гламура только слова. Я думаю, слова эти все уйдут. Как только мы выйдем. Анечка, смотрите, есть девчонки от природы, вот такие красавицы, но дурочки. Улыбка в пол лица, вот она открыта всему миру, она создана исключительно для любви, она может на самом деле искренне любить и восхищаться новыми тряпочками. И мужчина ее за это любит, потому что она живая, потому что она естественная, душечка. Но вы не душечка. Вы абсолютно особо прагматичны. Вы все себе в голове просчитали. И у вас все это идет от ума. А если от ума, это значит от лукавого. Поэтому ни собачка вас не спасет, ни вот эта хрень на голове, ни подружка. Кстати, вопрос. А что это вас связывает так с подружкой? Почему она обязательно должна присутствовать так плотно в вашей жизни? Почему она обязательно должна быть после вашей свадьбы? Мы в ответе за тех, кого приручили. О, боже мой. Вот нет ничего пошлее, когда начинают Экзюпери цитировать. «Маленького принца» читала. Это плюс. Это художник какой? Мне кажется, что в ней какое-то сочетание все-таки человека образованного, интеллигентного, и вот, вот этот внешний образ, который она, непонятно, конечно, зачем мне. А зачем это? Себе так развивает. Зачем? Гламур? Ну. Сложный вопрос. Зачем это? Я очень ценю мужчину, если он уважает моих друзей, да? Речь не идет о том, что мы должны... Никто жить. Же не говорит, что после свадьбы смерть Лили. Отвести, привезти. А, мужчина должен ее отвезти, привезти? Конечно. Какая прелесть. И однажды он ее отвезет и приедет утром. Скажет, развелись нет, мосты. Что, в Питере нет, так нет, происходит. Нет. Люди в твоей жизни это самое нет, ценное, Анечка, это тогда. Есть. Вы выходите замуж по расчету, без всякой любви. Но чтобы хоть как-то компенсировать свою молодость, с кем-то поговорить, пообщаться, тогда нужна подруга. А если вы искренне хотите по любви выйти замуж, вам на каком-то этапе, на первом, подруга так плотно и долго не нужна. Иначе это карикатура на начало 90-х. Это хитрость, Лариса. Это без, хитрость. Без подруг, так, попробуем разбудить, называется, у мужчины эротической фантазии. Я женюсь не на одной женщине, а сразу на них. Мне кажется, что это какие-то ой, современные а штучки. А покажите доиграются. Мне такого мужчину, доиграются. Который бы не согласился бы на это бы. Не, подружку надо вообще вот... переделывать. Как бы подружка... Ну, что мне не нравится. Надо переделать? Подружку надо перекрасить. Но она просто сейчас она подружка. Простая. Подружка в большей мере простая. А вот она, Анюта, да, она если очень... бы она сидела в, как бы в образе невесты, может быть, она бы и по-другому как бы себя подала. Может быть. Но вы даже не похожи вот на таких девочек, особо избалованных, которые какое-то время нет, пожили немножко... под богатыми мужчинами. Нет, а немножко попытка. Смотри, какие драгоценности на ручках. На самом деле у нас просто проект. Мы сами этот проект создали. То есть это не так, что мы вот просто... На выходе чего хотите от этого проекта? На выходе самореализации. Славы.
Да, ну, можно сказать, мы хотим славы. Девчонки, нам ну пенсия интересно. Уже, ну хорошо, но гламур... Какая пенсия? Это 18-19 лет, но вам нет, уже, в общем-то... 18-19 лет, это те и есть девочки. Почему? Глупые, которые хотят именно мужиков. Девчонки, богатых. А слава-то в чем? То есть кем будете? Вот я, допустим, всероссийская сваха, а у вас конечная. А главная дура страны, что ли? Мы же не просто дура, мы дуры гламура. Нет, хорошо. Главная дура гламура. Единственное, что еще хорошо, что вот она не стала углубляться настолько в гламур, когда вот это вот, знаешь, эти губки, уточки. Не, ну а зачем ей? Ну, да. Я думаю, это следующий шаг. И вы хотите устроить свою личную жизнь, я правильно понимаю? Да. Хотите детей, наверное? Конечно. Или... Да? Как это может сочетаться? Или вы будете мужу говорить, послушай, вот сейчас я приколю вот этот вот бантик себе, потому что я пошла на работу, работать дурой. Или как? Да, примерно так и будет. Он должен с этим смириться, тогда. Да. Он должен меня принять такой, какая вот, есть. А вот эта игра часть имиджа вашего придуманного? То есть вы с Тамарой ходите парой? Да нет, мы такие в жизни. А чуть попроще было бы интереснее. Внешность, конечно, у нее красивая. Ну все, что тебе еще надо? Мне? Хотелось бы, чтобы все-таки понять, ты что за человек там. А вы свою личную жизнь хотите устроить? Да. С ее мужчиной? Нет, не с ее мужчиной. Со своим. То есть, значит, у вас уже будет, вы будете жить вчетвером. Вы будете в дворницкой жить, если Анечка выйдет замуж за зажиточного? Нет, не настолько прям все это утрировано. То есть мы будем жить где-то рядом. Потому что на самом деле, почему мы... А что, допустим, у богатого мужа Анечки должен быть бедный друг для Лилечки? Да. Нет, я понимаю, Лилечка, если только вы не сочинили под диктовку Ани вот эту трагическую историю со своим возлюбленным, да? В двух словах, может, или все-таки придумали? А я придумала? Да. Нет, я не придумала, на самом деле. У меня были длительные отношения. Расскажите в двух словах. А в двух словах я встречалась с человеком, который был старше меня, ну, довольно-таки почти больше, чем на 10 лет. Вот, у нас было вроде все хорошо. Как бы я, в принципе, в Москву переехала из-за него. А, вот, но так получилось, что у нас не было развития отношений, поэтому как бы по молодости, по глупости, можно сказать, я так шир-пыр, все, ничего мне не надо, я сама могу добиться всего сама. Вот, проходит год, и у него были проблемы со здоровьем, и он умирает. Сколько времени назад это было? Это больше 3 лет назад. То есть, как бы после этого как-то, ну, действительно, очень сложно найти того человека, который, не знаю. Ну, вот после прямо... чего этого, Лилечка, вы с ним уже не жили долго, любви у вас никакой не было. Нет, ну вы уже были в свободном плавании. После этого чего? Да, конечно, все плохо, но я думаю, нормально все будет. Да, потому что она позитивна. Она позитивна. Да, она и рассказывает. Она позитивная, как бы, да, у нее есть, скажем так, может быть, что-то такое, как бы закрытое частично. Она не открытая. Что вас развело? То, что отношения не развивались, ну так в 20 лет не особо хочется, чтобы они развивались хотел, куда-то. Он понимал, что он болен. Ну а в 20 лет не очень хочется под венец, мне кажется. Ну, достаточно очень любви. Кажется, как раз 20 лет, вот это старые тогда, стереотипы еще заложенные нам родители. Хорошо. Прекрасно. Значит, вы куда-то. Девочки, обычные, правильные девочки, которые хотят замуж и хотят продолжения. Конечно. Ну так и все, это прекрасно. Какого будем мужчину рассматривать? Умного, сильного, который сможет, не знаю, постоять за себя. А что же умному делать-то рядом с вами, с дурочками, если вы будете в себе вот это культивировать? Подыгрывать. Своего ума хватит. А зачем? Не, на самом деле, нет, мы же не говорим, что мы глупы, что мы, не знаю, там, не начитаны. Мы умные, но каждая женщина должна уметь быть глупой, чтобы мужчина ее мог, не знаю, позаботиться о ней. А вы не думаете, что вот лет в 30... Нет, да? Нет, нет, сразу нет. Они а что сразу нет, что будут, в 30? Будут рядовыми хозяйками. Будут. Нет, или вообще хозяйками. Очень большие нет, надежды будут. Я возлагаю на то, ты что они это вообще когда-то вот завяжутся. Я считаю, конечно. Что это образ жизни уже просто у человека. Вот и все. У вас есть квартира своя в Москве или что? Да, есть. Ваша собственная? Или моей снимаете? Семьи квартира. Нет, моей семьи. Но вы живете с родителями? С сестрой. С сестрой. То есть, если вам понравится молодой человек, но он будет без кола, без двора, вам некуда будет его, некуда будет привезти. Ну вот еще. Мужчина должен меня куда-то везти. Ой, послушайте, все мои мужья, сколько у меня их было, все жили всегда на моей территории. Я от этого не стала более несчастной. Или значит, там мы будем снимать квартиру. А у нас цель другие. Тоже стать знаменитой, тоже хочется славы. Конечно, в другом. Так, может быть, взять тоже парня какого-нибудь себе фрикообразного. На вас быстрее обратят внимание, будете парой тусить, заработаете деньги. Они, конечно, не хотят себе фрикообразных, совершенно. Нет? Они хотят стабильных, консервативных. Ну, по крайней мере, если речь идет про Адну. Вам нужен, правда, мужчина очень серьезный, но не тот, который бы
понимал какие-то хитрые идеи и вот этот ваш придуманный образ, а тот, который, мне кажется, возвращал бы вас на землю. Вы идеальная пара. Вы подходите друг другу от и до. На 110%. Это ты сейчас серьезно говоришь? Я боюсь, он шутит. Вы же юрист по образованию. Я считаю, вам нужно пойти в какую-нибудь крутую юридическую фирму. Я уже все это проходила. Послушайте, там такое количество умных, перспективных мужчин. Я сегодня бы вам вот желала встретить именно такого, который скажет: все, Ань, ты вот это наигралась, теперь все мы это снимаем. Вот такого и начинаем не надо. Да, 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 на жить, поживать, а собачку подари бедным детям. Ничего подобного, это мои дети, без них никуда, это мое приданное. А, так у вас еще и собачки с вами живут? Нет. А если мужчине это не понравится? Самое оно. Неужели ей все это правда нравится, вот этот вот фэшн-то, вот это то, что гламур? А тебе не нравится фэшн? Не, знаешь, мне нравится, когда он чуть-чуть в меру. А у меня сегодня, девчонки, практически будет выходной, потому что красивую глупышку, даже дурочку, легче выдать замуж, чем умную да серую мышку. Поэтому, как я всегда говорю, на каждый горшок найдется своя крышка. Сегодня только горшки подбирай, в общем-то. Само пойдет. Я не хочу, чтобы ты был крышкой для этого горшка. Я горшком не хочу быть. Я думаю, что в ближайшие же несколько месяцев ваше представление о жизни вообще и о себе, в частности, сильно поменяется. В любом случае, вот этого имиджа мы больше никогда не увидим. Может быть, даже здорово, что вы в нем сегодня появились и зафиксируете его на память для окружающих. Дело в том, что у вас по первому дому сейчас разгуливает планета Плутон. Она там производит обычно разрушение. Человек меняется внешне, меняется его мировоззрение. Поэтому вы будете вынуждены меняться. Независимо ни от чего. В общем, девчонки, думаю, вовремя пришли, и это здорово. Да. Потому что иногда бывает непоправимо поздно. И как говорит Василиса, ну уже какой есть гороскоп, такой есть. Но если, учитывая какие-то пожелания, вы можете сами корректировать свою жизнь. Так что верьте нам на слово. Хорошо? Спасибо. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените их вместе с нами. Поженимся. У нас в студии Анна. Идите, встречайте первого жениха. Удачи. Как вас зовут? Здравствуй, Аня. Меня зовут Никита. Очень приятно. Взаимно. Можно уже? Сразу понимаешь, художник. С большой Х, правда? Ну, чтобы узнать о вас побольше, давайте посмотрим на экран. Давай. Никита, 32 года. Стилист, имиджмейкер. Посещает творческие тренинги и следит за модными тенденциями в мире. Предупреждает, что не любит готовить. Мечтает побывать в местах, связанных с древней цивилизацией майя. На очередной неделе моды в Москве Никита влюбился в свою коллегу, соперницу, и они стали жить вместе. Но его утомили постоянные гламурные тусовки, и через полтора года они расстались. Надеется, что для Анны семья важнее светского блеска. Никита, какое-то очень странное предупреждение, что вы не любите готовить. Это как если бы я, женщина, вдруг заявила: вы знаете, я не каждое воскресенье люблю делать в доме ремонт. Там кладка, перестилка полов и так далее. Вы не обязаны готовить, вы же мальчик. Нет, ну почему мальчик? Как бы для любимой девушки, как бы... Просто не избалован, Никита. Как бы всю свою жизнь я всегда как бы готовил, как бы, да, помогал, как бы. Конечно, я это не люблю делать, но приходилось. Вы не должны запомнить раз и навсегда. Вы не то, что не любите, даже вы вовсе не должны на кухню приходить. Там девочка будет все это делать. А вы деньги зарабатываете, розетки чините, там прикручиваете какие-то гвоздики куда-нибудь. Кто такое не сказал? Правда. А если я очень люблю готовить? Ну, конечно. Да. Вчера мне какой суп, да, приготовил? Вот смотрите, Никит, вы заявили о том, что вам надоела жизнь гламура. А зачем же опять-то на те же грабли? Вот сидит барышня и говорит, моя жизнь вся... Тут немножко другой потенциал, как бы в ней... Два высших образования.
Тем более, да, как бы. А то, что она одета так, как бы, это просто пафос, как бы, скажем так. Хорошо, теперь давайте про жизнь гламура. Что вам в этой жизни могло надоесть? Это ваша работа, это ваш хлеб, это ваши деньги. Наоборот, побольше бы вот этих вот дурочек, которые хотят кудри и приклеенные реснички. Нет, на самом... свои. Да я не про вас. Не знаю, Мить, что-то вот я не доверяю стилистам вообще, особенно если мужчинам. Зря, Лёва, зря. Да? Вот такие вот ребята все. Да. По образованию я портной, поэтому в большей мере как бы у меня тут... Хороший, кстати. Да. И вот девчонка, с которой вы познакомились где-то на выезде, да, что-то у вас было? Да, это работа на мероприятии была просто-напросто. И закрутилась как-то... Ребят, как-то он говорит не очень, да? Как-то по тембру голоса как-то не мужской. Да ладно, там Серег делает не только в тембре, по-моему. Да. Серега сейчас начал занижать голос. Прям в этот же день закрутилась. Ну да. В этот же день практически. Ой, а у тебя не так было. Большая симпатия пошла просто-напросто, и поэтому... Мы стали жить вместе. А потом, что клиентов не поделили? Что она, как она объяснила? Ты мало зарабатываешь. Нет, просто сказала, нам надо расстаться. Почему? Не верю, так не бывает. Сами хорошо, сестра. Давайте к сестре. Кристин, как вы считаете, ваша версия? Вы же женщина с сердцем видите. Ну, такая стервозная маленечко. Сестра еще, мне кажется, скучнее, чем брат. Нечестно. Ну, представьте, вот эта вот звездочка к ним в компанию попадет, и что? Скажем так, в отношениях, может быть, нам было дискомфортно, но в плане постели нам удобно и... Слушайте, а вы откуда вообще сами-то? Из Красноярска. Из Красноярска? А она была кто? А она из Европы, из Бельгии. Послушай, что ж самое главное ты не сказал? А на каком языке говорили? На русском. Она русский язык выучила? Очень хорошо знает с 18 лет его. И она влюблена просто была в Россию. Они другие. А вы такой Russian колобашин, кудряшки, ну, как бы беленькие, мы себе, голубые глаза. Что делать? Ну, ясно, немножко ясно. Другой менталитет. А что раздражает вот в европейских женщинах? Ну, у каждого, как бы, скажем так, свое в голове, поэтому... Вот у нас Анечка вся понятно. Дура-дура. Еще красавица. Зато с умными глазами. Бельгийка. А глаза это все-таки ее лицо. Зато, а вы, кстати, как к одежде относитесь? А то нам Анечка говорит, что это... Мы сегодня в одном цвете с Никитой. Да, хорошо, давайте я к профессиональному стилисту сейчас обращусь. Вот, на мой взгляд, Аня не просто как дура одета, а такое ощущение, что случайно у реквизиторов у местных здесь оказались вот эти вот перышки какие-то, здрать эти тряпочки атласные за 2 копейки. Не знаю, мне кажется, девушка расстроена. Ну, мое какое-то сугубо личное мнение. А мне кажется, красиво. Такой сложный крой сзади. Вот я смотрела на просто копеечная ткань. Ручная работа. Цвет такой дурацкий. Все хорошо. Ну, Роза, это ты так понимаешь. Я немножечко по-другому смотрю. А у вас просто конец света. Роза чуть себе метр ткани не отрезала. На шторы. Это мне домой. Вы взялись бы, допустим, Анечку с Лилечкой подправить каким-то образом? В принципе, вот как бы сам образ, он хороший. Останься-ка. Сам образ, он очень хороший, он очень пафосный. Жених, ты за кого? На ком жениться пришел? Я же дура. На Ларисе Гузеевой или на Жанечке? Вот какие-то колготочки такие. И что, хорошие колготки? А глянь, какая талия. Я же не говорю, что ей нужно набрать 54 килограмма. А ручки какие? Глянь, покажи. Вот какие. Да нет, здесь все супер. Нет, здесь супер. Тряпочка дебилойная. А туфельки какие, вы видели? А волосы стоит. Хорошая у нас невеста. Платьишко было сшили другое? Не, конечно, можно фасончик переделать, но мне нравится сама задумка. Короче, у вас на лбу должно быть, если вы любите шопинг, крупными буквами написано «платежеспособная». Сейчас на вас посмотришь, скажешь, приехали девочки, одна там из Джизгазгана, другая из Нижнего Новгорода, приехали вчера. Не слушайте Ларис, слушайте меня, я вас замуж отдаю. Сколько мы не приходили, всегда, потому что дизайн, на самом деле, хоть вам он дико не нравится, дизайн мой, и я это шила сама, чем я очень сильно горжусь. Поэтому кому не нравится, на самом деле, как бы любая критика, это на самом деле хорошо, потому что я скажу, что вот, это на самом деле круто. Потому что чем больше хайп, тем это на самом деле... А, кстати, Никит, ну нравится все вам, да? Да, мне нравится, очень хорошенькая, добрая, как бы. Хорошенькая, не то слово. На самом деле, ее на руках надо носить. Да, будете? Вот. Конечно. Женишок, а если... как на свидание 2 букета? У нас еще он подружечка рядом. Как с этим? Ну, с этим можно решить, в принципе. Вам нравится? А какое решение с другом познакомить, которого вы так же нежно любите и который будет жить у вас через забор, правильно? Ну, этот вопрос можно решить. Пристроить. На самом деле, как бы, пристроим. Одним ударом? 2 зайцев сразу. 2 дур. А чековая книжка у вас есть?
Есть. Но больше как бы не книжка, а пластиковые карты. Просто за счет клиентов получил платиновую карту. А сколько на платиновой должно быть? Я же не знаю. А у них, значит, что-то там должно быть от 3 миллионов лежать. А живете где сейчас? Вот после той бельгийки у вас уже все в порядке? Да, своя? В порядке. Или она оставила вам как откупную? Нет, нет, сейчас своя просто. Ну, тоже спасибо благодаря моим клиентам, конечно. Мне помогли. Это же ваш клиент. Послушай, и ему не нравится этот шоу-бизнес. И что это вас не устраивает? Ну, мне сейчас в данный момент нужна стабильность все-таки. Стабильность как бы в куда себе и стабильность все-таки в отношениях, чтобы была любимая и парочку детей. Охота все-таки семейного быта уже. Потому что все-таки я уже не молодой и молодец, бегать, все про себя бы, знаете. Хорошо, вам хочется семейного быта будет, а мне хочется посмотреть на сюрприз. Смотри, это у меня немножко образ. Сейчас надо будет макароны потом ставим. Хорошо? А вдруг я потом женихам остальным не понравлюсь? Понравишься. Давай мы тебя немножко переделаем. Нужна бы твоя помощь. Держишь? Mm-hmm. Что с ней делать, я не пойму. Он ей сейчас делает прическу. У нее и так все сделано. Он ее зачем? В хиппи превращает, что ли, я не пойму. А. Вот что значит настоящий мастер. Буквально двумя движениями руки. Слушай, вот она так будет и в семье, да? Я тоже так могу. А что не пришла тогда, может, она? Представляешь, она ему готовит котлеты, а он ей говорит, да, да, да. Я тоже так могу. Хорошо, опять же, что шапка ушла вот эта. Ну, ты знаешь, может быть, и лучше, чтобы она осталась. Нет. Ну, ты видишь, что происходит? Я тебе хочу подарить подарочный сертификат, чтобы ты воспользовалась всеми услугами, чтобы ты могла себя побаловать так, как не балует ни одна себя принцесса. Будь принцессой. Она прям похорошела сразу. Сразу же, вот как ты понимаешь, утонченная стала. Проходите в свою комнату. Мы ждем вас, Анечка. Слава Богу. Умница. Ну, переделали, она хорошенько так. Хорошенько, да. Как-то я смотрю, у Лилечки глазки-то так увлажнились. Да, сейчас Аня выглядит лучше, чем вы. Ну, потрясающе. На самом деле, вот, прическа мне не очень, если честно. Ну, еще бы она вам понравилась, господи. Кто бы сомневался. Аня, восхитительно. Цветочки бы лучше. Обалдеть. И что за подарок? Ой, подарок на обслуживание. Дайте я посмотрю, что это такое. Ух, завистница, какая завистница. Ты сомневаюсь я, однако, что у него и платиновая карта-то есть, господи. А таких мы бумажек-то знаешь, сколько видали? Вот бы, ну, на 250 тысяч да рублей. Я тебе тоже напишу, что хочешь. Да, Роза. Завидую молча. Вот такой парень. Не понравился? А, мне на самом деле понравилось то, что все-таки он с волосами умеет работать. То, что он умеет шить, это нам прям в нашей профессии очень нужно. Мы будем втроем. Как раз у нас будет свой бизнес. А то есть вы его как мужчину для Анны не рассматриваете? Ну, Ане надо прежде всего выбирать. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки это не Анин типаж. Почему? Ну, он слишком творческий, потому что слишком здесь нужен... женственный. Да, то есть здесь нужен человек... Он женственный? О чем вы говорите? Он на его профессии обязывает быть ухоженным, с, вот с такими ухоженными руками. Нет, Никита очень хороший мальчик, он мне понравился. Какой мальчик? Ему 4-й десяток, 32 года. А ходит и позиционирует себя как мальчика. Почему? Квартира есть, платиновая карта, деньги есть, щедрые подарки. Если все чудесно, мужчина должен соответствовать какому-то внутреннему пожеланию женщины. Понимаешь, любовь, она зла. Полюбишь и Никиту. Никита чудесно себя показал. И, кстати, вы бы ему подошли прекрасно, потому что у него тельцовская Венера, и его образ женщины абсолютно с вами совпадает. Но с вами настоящий, не той, которая здесь перед нами сейчас сидит, а с вами настоящий. Но вряд ли вы себе так видели своего мужчину в нем, и вряд ли увидите. Поэтому, Ларис, ну ведь, понимаешь, есть же любовь, есть нравится, не нравится. Ой, у того, у кого пластиковая карта, извините, его клещами из него не вытащи информацию, есть у него эта карта или нет у него карта. Что ты быстро соглашался? И на квартиру, да на у тебя, пластиковое... конечно, посопротивляешься. Что у вас есть? Почему ты решил про карту расколоться? Ну, просто. Да, просто, да? Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Оставайтесь с нами.
у нас в гостях Анна. Идите, встречайте второго жениха. Удачи. Аня, привет. Привет. Мне очень приятно познакомиться с тобой. Я хочу тебе подарить этот букет. Пусть у тебя сегодня будет хорошее настроение в любом случае. Спасибо. Я выбирал для тебя специально. Ну что, пап? Спасибо, проходите. Спасибо. Ой, слушай, веников-то принесли, веников принесли сколько. Да, да, чистые. Угадает, не угадает, угадает, не угадает. Лариса, это вам, конечно же. О, Боже, спасибо большое. Спасибо, хороший мальчик. Василиса, это вам. Совет да любовь. Проходите в свою комнату. Как же приятно сидеть. Ну как же без вас-то? Как будто в цветочном кусте. Ковер из цветов. Ну посмотри, букеты какие-нибудь. Ну это у него такой образ. Без вкуса, мне кажется. Давайте на вас посмотрим. Алексей, 28 лет. Руководитель отдела развития в сети магазинов парфюмерии. Играет в волейбольной команде, любит смотреть старые советские фильмы, играет на гитаре и поет. Мечтает научиться управлять яхтой. Первая школьная любовь Алексея была единственной девушкой в его жизни. Они расставались, снова встречались, но серьезного развития отношений так и не случилось. Надеется, что с Анной ему повезет больше. Повезет, а вам еще повезет с тем, что не нужно будет тратиться на парфюм. Да. Леш, а какие запахи предпочтительны вот, у любимой женщины? Главное, чтобы они разные были. То есть, наверное, не одни и те же. Должен быть, может быть, какой-то один, который у меня ассоциируется с этой девушкой. Вот, а вот какой запах аромат ассоциируется с Аней? Мне кажется, какой-то вот такой весенний запах. Цветов, не знаю, даже. Мне кажется, что цветов. На каждой девушке нет, даже ароматы по-своему, да, звучат. Леш, я читала вашу историю, думаю, господи, какое счастье, что этого мальчика отвела жизнь с первой любовью. Вы понимаете, что первая любовь – это хорошо, если даже она длительная, но мы редко рекомендуем кому-то вступать в длительные отношения, в серьезные. Ларис, что у вас-то вдруг? Вы извините, но здесь, скорее, наверное, никто точно не скажет, правильно это было или неправильно. Но вот у меня получилось вот так. Вы прямо со школы ее так любили? Ну, вы знаете, мы, у нас вот отношения начались, когда мы были в 10 классе. Мы в 9 познакомились. Ну, в принципе, первая любовь, она никогда не забываема. Как-то не крути, да, как бы да. Первая любовь. Ну, все-таки головой соображали, в ЗАГС-то не спешили бежать. Мы, в общем, к этому и шли. То есть мы... Нет, конечно, мы не спешили. Почему шли? Ну, вдвоем бы поженились бы 18 лет. Конечно, и вдвоем бы зарабатывали. Водолей. Нет, Ларис, мы... Да, о, я знаю, вы, что вы про водолеев. Да, водолеев. Лёшечка, и что? Только вот вы 10 лет, послушайте. Короче, у всех, я поняла, и у тебя отмаз, и у него отмаз. ЗАГС никто бежать не хотел. Нет, конечно, еще рано, что бежать-то в ЗАГС. А что ему жениться-то бежать-то, господи? Вот и я хочу спросить, слава богу, что не добежал. Вот у этой девушки, конечно, надо было бежать-то, годков-то сколько. Я считаю, что можно бежать и в 20, если ты чувствуешь, что прям это вот уверенность на 100%. Просто очень высок риск, что ты не угадаешь, что ты у тебя недостаточно опыта, чтобы решить. А зачем тогда быть вместе? Здрасте. Аня, но мы всегда какой-то промежуток времени вместе с кем-то. Леш, а прессинга не было со стороны девушки? Нет. Типа она тебе отдала всю юность, молодость и красоту, нет? Пора жениться. Она, конечно, она хотела, но к этому все и шло. И я тоже так думал. Мне кажется, она вообще однолюб. Ну, я говорю... Да. Ну, говорят же, мужчина Зима. Любит только 3 раза, да? Женщина не знаю, 2. Кто-то больше, кто-то меньше. У нас чувства постоянно... У нас было несколько этапов, когда они возобновлялись, когда они... Расставались, а потом понимали, что все равно тянет к ней, жить без нее не можете. Ну, мы расставались один раз. А жили-то где? У вас же нет ни жилья, собственно говоря. Семью-то где создавать? Вы не представляете, что у нас, что за семья у нее была. Это, знаете, это вот... Это, я не знаю, больше примеров я в жизни знаю. Это идеальная семья, в которой находишься, как в каком-то пансионате. Так очень хорошо. Вы что, собирались жить на их территории, что ли? Нет, конечно, нет. Да вы что? Нет, а у вас есть куда привезти невесту? Сейчас? Да. Да, у меня есть квартира. Ну вот, сейчас есть, а тогда не было. 16 лет в отношениях. До 26, допустим, до 26. Да. Ты представляешь, как мы сейчас будем сносить башню? Вот за этот период, чтобы... Да, наверстать. Да, да. Наверстать. Наверстать, да. А что стало причиной все-таки уже окончательного разрыва? Ну, вы знаете, это как-то было такое совместное, скорее, решение.
Ну, Ларис, ну не прошло. Изжили себя отношения, ну, просто не уже... Не знаю, какой-то должен был быть этап. Я понимал же все, что уже там нам нужно что-то решать. Это безусловно, конечно. А слушайте, если мужчина умеет определять приоритет, что вы сейчас оправдываетесь, особенно перед Ларисой? Если хочется жениться, ведь женитесь. И да, времени вам так особо не нужно. Сомневаетесь, значит, действительно не ваша. Хороший мальчик, но... Не эпатаж. Червоточинка должна быть. Мечтает увидеть рядом самую лучшую женщину на свете. Но только не просто самую красивую или самую замечательную, а в каком-то смысле слова элитарную. То есть такую лучшую для особых, для избранных. И всегда есть в душе вот это сомнение. Да, та девушка, которая сейчас рядом, хороша. Да, люблю. Но все-таки вот... Нет, не совсем еще дотянула до бесконечного идеала. Так можно не жениться и никогда. Вам нужно уметь останавливаться на достаточно подходящих вам женщинах. Потому что в мире идеала не бывает. Бывают либо люди достаточно подходящие, либо все остальные. Леш, это как вот в парфюме. Есть запахи конкретные. Пахнет цитрусом, лимоном. А есть запахи очень сложные, которые раскрываются в течение там 2-3 дней. Вот вам, мне кажется, Василиса хочет сказать, нужна вот та самая женщина, сложная, которая вам не наскучит, которая будет все время удивлять. Я вас понимаю, о чем вы говорите. Если вы знаете. Поняла. Спасибо. Покажите сюрприз. Аня, так как я работаю в парфюмерной компании, а мой сюрприз связан некоторым образом вот с запахами. В этих коробочках сейчас три моих любимых аромата. Эти ароматы у меня ассоциируются с тремя такими понятиями, как нежность, спорт и мужественность. Твоя задача взять вот эти вот пробные тестеры-палочки и попробовать, понюхав их, угадать, какой аромат где находится. Палочка соответствует коробочке. В коробочке лежит... То есть я по запаху должна определить, да, нежность, чувственность или мужественность? Да, правильно. Попробуй. Спорт и мужественность очень, очень близко, да, идут, если это для парфюм для мужчин. Либо этот спорт, этот мужественность, либо наоборот. Но это точно нежно. Так. Ну, скажем так, не совсем у нас с тобой совпадают, потому что это спорт. Это мужество, ты угадала, кстати. Спасибо. А это у нас нежность. Вот. В связи с тем, что ты, конечно, угадала все хорошо, что мужественность, но не совсем все, без лишней скромности я хочу тебе сделать подарок. Автомобиль. Это тебе. Но, так как ты угадал не все, этот автомобиль пока что шоколадный. Ну это сразу, да? Уровень. Разводка. Я очень люблю шоколад. Спасибо, а то у Розы уже настроение стало портиться. Спасибо вам, проходите со своим другом в свою комнату, а вы, Анечка, к нам. Леха красавец. Ну спасибо. Лех, ты очень уверенно был. Ну что, девчонки? Алексей интересный, но он очень самовлюбленный. Очень. А я привыкла, чтобы говорят меня, ну, как девушка. Мне кажется, этого... А в чем его самовлюбленность? В том, что он хочет к своим 28 годам многого добился? Что у него стабильная и высокооплачиваемая работа? Тем не менее, умный, мудрый мужчина должен уметь боготворить женщину. Послушайте, он с таким букетом пришел к вам. Он не обидел вашу подружку, подарил цветы ей. Был к вам предельно внимателен. Что с вами? Ну... Она что, ну, как... Звезда? Да нет. Ну, так-то выходит, что звезда. Смотрите, да выбираетесь, Роза. Не, ну мне Леша понравился, уважил, правильно, одет, модненько. Он подкупил, он не уважил, ну, вот неправда, он сразу подкупил. А потом своим поведением, своими поступками... Милая моя, что, пускай скажите? Лучше... Нет, а я сказать вам, почему вы так? Вы же лоханулись, ничего не разбираетесь, в запахах ошиблись, потому что где гламур и где вы, не имеет никакого отношения. Вот и все, он вас поставил в ситуацию, где вы выглядели не лучшим образом, а сейчас идите и злитесь. Ну, к несчастью, наверное, Лариса права. В точку. Обломал, конечно, сначала, значит, ключи от машины, хорошо. Потом фигак потаскивает какую-то шоколадную машину. Еще бы. А разве можно взять дорогой подарок? Тогда не надо так заявлять. Ну, заявил бы хорошим колечком. Не надо бы играть. Все было зачем играть? Она доказывает, что она богиня? Нет, ей просто не понравился. А ты гаденыш. Нет, ей просто не понравился подарок. Она
посмотрел, что первый подарил 300 тысяч, и ей это было, о, как нифига. А тут шоколадка. А тут шоколадка. Мне кажется, что тут обижаться на него не стоит. Никто не говорит об обиде. Речь он идет... очень легкий. Речь ему идет нужна женщина другая. Ему нужна женщина, да, действительно элитарная. В советское время такие парни женились на дочерях партработников или каких-нибудь политических обозревателей из элиты общества. Или на иностранках. Вот, например, Владимир Высоцкий из этого числа. Очень хотелось женщину другую, немножко с привкусом иной культуры. Вот мне кажется, вы все-таки девушка очень-очень наша, очень-очень русская. Потому как вы ведете себя, как подаете, как общаетесь. Очень простая наша. В вас ему все время будет чего-то вот чуточку не хватать, как не хватало в той его однокласснице любви, с которой так и не дошли до ЗАГСа. Боюсь, что повторится история. Впереди у нас третий жених, и выбор своей судьбы не пропустите. Поженимся, и я предлагаю Анне встретиться с третьим женихом. Проходите. Привет, я Саша. Привет, Аня. Проходите. А что это вот это вот было? Ну, этот клич, клич самца. А. Давайте на вас посмотрим. Александр, 26 лет. Тренер по английскому языку. Называет себя звездой танцпола и королем вечеринок. Коллекционирует модели самолетов. Любит готовить здоровую пищу и ко всему подходит с юмором. Мечтает уехать в Бразилию и открыть на пляже свой бар. У Александра был красивый роман с гречанкой, но они не выдержали испытания разлукой. Надеется, что Анна будет всегда рядом. Любимое блюдо из здоровой пищи. А, греческий салат. Это повлиял роман с вашей греческой смоковницей? Да, потому что именно там мне показали, как это готовить. А вот расскажите про эти греческие каникулы, что там произошло. Это был очень красивый роман, который продолжался 3,5 года. То есть на отдыхе встретилась вам... Это было не на отдыхе, это было в Москве, мы познакомились в баре. А она была из Греции? Она была из Греции, из Салоников. А что здесь забыла? Она здесь работала, потому что... Чем это она здесь работала, интересно? Она работала в одной компании по продаже одежды. 3 года вы вместе жили? 3,5. Красота. Потрясающе. А не было разговоров там пожениться, много греческих детей, там большая греческая свадьба? Вот не планировалось никак? Нет, пожениться не было, но поскольку она старше меня была... Она вот. Сколько? Ну, 17 лет, что за возраст? На 6 лет. Ну. А, так ей хорошо 30, да? То есть я на тот момент еще был студентом, да, таким мальчиком, шпаной. Вот, она уже была при должности, приехала. А возила вас к своим родственникам, нет, в Греции? Да. Осваивал территорию. Когда на него смотришь, хочется вслед за гребнем наклониться. Вот так вот. Мне кажется, что это несколько асимметрично. Это специально или нет? Я не знаю, у тех я не разбираюсь. Никитка делал. Ты же не видишь? Сначала я не сделал так какую-то... прическу. А почему тогда не сейчас вы не вместе с ней? А потому что так сложились обстоятельства, что мы разъехались по разным странам. И, наверное, в течение 9 месяцев мы поддерживали связь, мы летали периодически друг к другу, и в итоге... Ну, я вам расскажу. Коллапс. По работе ее отправили в Киев, да? Она должна была поработать в Киеве. А вы на нервной почве перестали кормиться ее правильной пищей, типа греческими салатами. Нет. Да, ну, ели да. Кое-как, растолстели на 15 килограммов. Она вас увидела и сказала: «О, Найн, я такого не любила, я не знаю, кто этот Саша». Да? Нет. Увидела, обалдела. Нет, на тот момент я уехал в Лондон получать 2-е образование. И... А разожрался-то когда? Где? В Лондоне. А в Лондоне ужасная еда, ужасная. Ужасная, фиш-н-чип. Есть нечего, да. С газетки вот эта рыбка, у них такое блюдо, их национальное, на газете, именно на газете. Жареная рыба с картошкой. Очень полезно. Короче, приехал сюда такой колобок-колобок. Сам такой не будешь есть. И когда я к ней приехал, для меня это был неприятный сюрприз, когда она мне сказала: у нас есть проблемы, давай расстанемся. Вот. Я не думаю, что это послужило причиной.
от того, что мы расстались. Я думаю, все-таки она хотела меня отпустить, потому что она видела то, что мне, я учусь, мне надо как-то строить свою карьеру, да, я там уехал в Лондон. А как же, Саня, в зеркало себя посмотрелся и решил, что как-то надо на себя, да, в общем, посмотреть другими глазами. А жили на ее территории? На ее территории, потому что а я на тот момент жил в общежитии. Послушай, ей фирма снимала огромные, да, там апартаменты, квартиру нафига? Квартиру на Тверской, да. Ну, он жил, получается, у нее в больших апартаментах, а взамен-то тоже же должен как бы ты давать что-то. Как бы не просто так к ней заехать и все, и жить у нее, но это... А вам какого рода нужна забота от женщины, и нужна ли она вам? Безусловно, нужна. Но мне нужна женщина, с которой мы будем вот на равных, мне кажется. Потому что жениться не хотите, Александр. Не хочу еще жениться. А для чего вам тогда нужна Анна, если жениться не хотите? Так мы можем жениться, но попозже, не сейчас. Ну, ей 25 лет. Как попозже? Когда? Ну, рожать? Что вы хотите сказать, что она старая? Нет. А он еще гуляет. Ему гулять, веселиться и отдыхать на полную катушку. Но ты же должен до этого встретить человека, понятное дело, ты хочешь. Но внутренне вы либо готовы, либо не готовы. А если вы так рассуждаете, значит, вам ни до какой не доженить. Простите, нет, внутренне я готов. Василиса, что ты скажешь? Ну, конечно, не готов. Вам, с одной стороны, хочется любви, как потока, как эмоций. Это несколько планет в знаке рыб. И, с другой стороны, близнецовская луна. Вы сами все время будете от этих самых чувств бежать. Готовность жениться определяется только, ну, некой внутренней взрослостью. У вас она не наступит ни в 30 лет, ни в 35. Ее можно только в себе искусственно вырастить в вашем случае. Поэтому вам остается только показать сюрприз. Хорошая музыка. Музыка хорошая. Свежие овощи. Да? Мне нравится, когда он танцует. Он и впрямь король танцпола. А ты не хочешь это перемешать? Я покормить или мне? Сейчас ножки кормить или как? Я сама буду пробовать. Давай. Вкусно? Наверное, лучше научила салатик готовить, а? Смотри, как ловко он. Еще бы я хотел сделать маленький подарок. Можешь сесть, пожалуйста? Я бы сейчас села. Да, я хотел бы, чтобы в этих туфлях ты пришла на свидание со мной. Ой, молодец. Неожиданный ход. Неожиданный ход. А как можно умудриться с размером угадать? Удобно, Ань? Нет, пока. Только на первом свидании. Хорошо. Спасибо вам большое. Проходите. Интересно, салат вкусный получился. Как вам, Александр? На самом деле подкупил. Подкупил прям, потому что, не знаю, вот эта бразильская песня, то, что готовит, то, что еще туфли принес, один из трех. Вот, поэтому, не но знаю. Но только все-таки мне... вот это эхо прошлого, греческий салат, греческая любовь, но все-таки... Ну, молодой, то есть из него можно лепить все, что угодно, на самом деле. Ага, ну, сейчас, лучше сейчас бы он какой-нибудь другой все-таки салатик приготовил под эту музыку, правда? Ну, в принципе, да, лучше бы что-нибудь бразильское. Как вам-то? Ну, глазки загорелись. Нет, мальчик очень обаятельный, очень симпатичный, очень милый, очень задорный. Но он еще погулять хочет. Ей тоже сейчас, может быть, не обязательно детей заводить-то сразу. Конечно, Александр не ваш мужчина, потому что вот та клубная жизнь, которая ему нравится, ему интересно, ему нравится танцпол, вы уже переросли. Вам нужно уже заниматься делом, и ваше образование нужно уже применять. Сколько бы мы здесь ни сидели и не шутили, сколько бы ни говорили о гламуре. Конечно, вы человек серьезный, вам нужна другая жизнь. Нет, а мне кажется, что прекрасно бы вы друг другу подошли. Ну что, девчонки, Лилечка и Анечка? Мальчики, на самом деле, все, все очень достойные. Всем огромное спасибо. Вот что Аня, конечно, прям душа к кому лежит, кому не лежит. Не знаю.
не было такого, что вот, знаете, прям вот вспыхнуло, прямо вот загорелось, вот прямо захотелось. На самом деле у меня вспыхнуло и загорелось. Мне понравился один из женихов, поэтому я, наверное, перехвачу инициативу, потому что я так поняла, у Ани все-таки сердце не лежит. А вы собрались прямо, да? Я уже собралась. Какая молодец. Она уже на низком старте. Послушайте, такой звоночек, а вы еще хотите рядом с Лилечкой поселиться и жить практически одной семьей. Я третьей с ними буду. Все, Никита сейчас за тобой выйдет подруга. Ань, глаз у вас на самом деле не остановился ни одном из мужчин, не понравился вам никто. Ждали взрослого, состоятельного, со связями, в общем, с характерного человека. Да ладно, характер он, естественно, будет, если у него будут деньги, связи и положение в обществе. Такого здесь сегодня на самом деле не оказалось. И не окажется. Мужчины рядом хотят видеть с собой, ну, не ровня, но женщину, с которой интересно идти по жизни, с которой есть про что проживать. Ну, хорошенькая вы. Вот у вас подруга более активная. Я про подругу больше поняла, чем про вас. Меняйтесь, потому что так и будут к вам приходить непонятные Александры, инфантильные, там, Никиты, Алексеи. Меняйтесь. А что звезды вас... Ну, звезды говорят, конечно, что вы пришли сюда не за мальчиком, а за дядечкой. Скорее, и ваш тип мужчины. Это именно дядечка, чтобы от него исходило впечатление серьезности. Сегодня максимум серьезности, правда, скрытой, а не внешней, было у Алексея. Я бы все-таки советовала его. Может быть, еще передумаете. Девочки, я знаю, что вы уже для себя решили, кто куда пойдет. Да. Поэтому вперед. Мы вас в любом случае поддержим. Любую из вас. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 44. Татьяна, 23 года, номер 1988. Специалист отдела продаж в банке. Будущего избранника предупреждает, что не любит, когда ей указывают и навязывают свое мнение. Ее супругом может стать лишь целеустремленный и щедрый мужчина. Алина, 22 года, номер 1989. Танцовщица и владелица собственного бизнеса. Обещает избраннику один день свободы в месяц. Идеальный мужчина для Алины – это серьезный, добрый и щедрый реалист. Мы не знаем, выйдет кто-то из девочек один или с избранником, но в любом случае я приглашаю всех выйти и поддержать одну из них. Жених я тот же? Да, жених тот же, невеста другая. Ай, привет. Привет. Ну, молодец, Лилечка, правильно поступила. Подруге именно для этого и нужны, чтобы забирать самых лучших женихов. У нас есть пара, Лилия и Александр. Если вы хотите тоже обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 44. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи, спасибо. А поцеловаться вы готовы? На первом свидании? Да. Ни за что на свете. А цветы, а конфеты, а кино? Кстати, роза мне очень нравится. Господи! Она не подумала, что маньяк? И не стала говорить, маньяк! Я к вам сейчас спущусь! У меня как-то я в ступоре. Я говорю, если мы сейчас здесь поженимся, народ, люди нас не поймут, потому что и так громко. Обними как Лизу-то! Ну, в общем, я вам скажу, да.